первое, что мы делаем, это снимаем магазин. Магазин снимать надо правильно. Большой палец подставляем сюда. Вот так вот мы не делаем, не ковыряем. Большим пальцем зажали, сняли магазин одним движением. Положили, магазин вам больше не нужен. После того, как сняли магазин, мы делаем перезаряд, выстрел. Первый узел называется проводник. Вот так вот сложили веревку пополам, согнули. Вот таким образом у вас получилось. Теперь берем петлю, оборачиваем и засовываем внутрь. Концами, да. Дальше от петельки вот эта часть заходит внутрь, тянется. Не до конца. Просто не до конца, да, ты ее не вытягиваешь. Да. Вот, из петли не достаешь ее, вот она вытягивается. Понял, да. И дальше вот эта петелька накидывается на ушки. И ушки вытягиваются. А, все понятно. Да. На веревку. Видите петелька? В петельку два свободных конца засунули, затянули. И дальше в том же направлении эти же два конца в ту же петельку засовываем. Можно сделать два оборота, можно еще раз. Дальше расправили узел, затянули. И как он у нас работает? Если мы идем, держим его вот так рукой, ведем, он у нас работает. Мы съезжаем с ним. Если мы срываемся, происходит срыв. Узел нас фиксирует на веревке. Thank you.
чтобы у нас две линии было. Вот отсюда прям можно это. Андрей, бери. Я вот с этим давай, мы это вторую сторону.